братик Большой Медведь, и первый у нас перекресток, вот он. Промышленная Карла Маркса. Это регулируемый перекресток, правильно? Да. Правильно. Двигаемся дальше. У нас пешеходный переход, но если будет гореть красный, должны стоять на ступени на первой, которую проехали. Mm-hmm. Видела в этом? Mm-hmm. Это был пешеходный переход. Так, что тут случилось? Да ничего, едь, не бойся. Так, это не регулируемый. Это не регулируемый перекресток. Это на Краснодарскую поворот. У нас опять пешеходный переход. Это у нас какой экономический какой-то колледж, да? Технологический или что это? Торгово-экономический. А? Торгово-экономический. Вот здесь опять же стоянка запрещена и пешеходный переход. Двигаемся дальше. Разгоняй машину. Только не до сотни. Вот еще где Винлаб. Карла Маркса 117. Пешеходный. Пешеходный переход. Короче, у нас получается 4 пешеходных перехода подряд, да, идет. Угу. После. Нет, даже 5. Вот он, 5-й. Идет. Это у нас начинается после промышленной на памятник, и там переход до него был, переход, где стройка, это был 5-й пешеходный переход подряд после промышленной. Вот 2-й всего лишь этот перекресток Выборгская Карла Маркса идет у нас. Перекресток. Угу. Это перекресток. То есть мы проехали 2 перекрестка и 5 пешеходных переходов пока что. Дальше у нас идет торговый центр Бронка. Там у нас идет пешеходный переход. Светится зелененький. Но если будет опять же загориться красным, мы должны остановиться на стоп-линии. Mm-hmm. Табличка стоп. Вот. Ну, в данный момент ты могла и до светофора доехать. Mm-hmm. Он только мигал еще спокойно. Ты резко затормозила, так нельзя. Я обстрел там никого не было. Молодец. Это получается у нас 6-й пешеходный переход от Большой Медведицы. Угу. И 2 перекрестка. Следом у нас идет поворот на кладбище, и соответственно там пешеходный переход 7-й по счету.
перекресток, это регулируемый пешеходный переход. Здесь, когда горит красный, можно остановиться, опять же, перед поворотом, можно остановиться перед стоп-линией. Тут табличек всяких стоп нет. Следом у нас идет регулируемый перекресток с улицы Окружная. Пересечение идет Карла Маркса, Окружная. Вот, где сам перетон. Это у нас третий перекресток по пути от Большой Медведицы. Разгоняй машину. Там этот белый. Белый мешает. Это у нас выезд из депо, светофор. Но это не перекресток. Второй у нас пешеходный переход. Светофор. Это уже восьмой у нас по счету. Получается три пешехода, три перекрестка и регулируемых. И 8 пешеходов было, да? Двигаемся дальше. Это у нас четвертый перекресток регулируемый. Здесь мы должны прижиматься правее. Наша левая крайняя превратилась в правую крайнюю полосу. Вот. Здесь у нас 9 по счету идет пешеходный переход. Левый ряд перекраивайся по возможности. Это у нас 5 перекресток идет. Пересечение Данчука, по-моему, улица. Угу. Да, и ты влетела под знак 40. Да, заслушалась, засмотрелась. Ну, он что-то потом. Нет, он так что. Кого? Нет, ты успела. Справа ряд перестройся. Могу. Почему не можешь? Руки отказали. Поехали. Так, я уже забыл, какой по счету это пешеходный переход. 8 или 9? 9. То есть 5 перекрестков и 9 пешеходов у нас на данный момент. Вот. Это район пилотов. Это пешеходный переход. 6 перекресток у нас идет. Пересечение с трассой Восток. Или знаю, как она называется. Ну, короче, вот. Что, перестроить? Ну, хочешь, перестройся. Молодец, по сплошной линии. Да что нет, да что нет. 6 у нас перекресток был. Наверное. То есть, надо будет посчитать по видео потом. То, которое перед мостом, это нерегулируемый перекресток, да? Почему это регулируемый? Мы сейчас были. Это у нас 10 пешеходный переход по счету от Большой Медведицы. Линия потерялась из виду, стой. Да, у нас было, получается, Промышленная перекресток, Выборгская перекресток, Окружная перекресток, Стрелка перекресток. А, это 5 был перекресток. Вот под мостом, грубо говоря. 10. Здесь мы двигаемся с максимально разрешенной скоростью 60 км в час. Так, тут вечно забываю. Что ты забыл? Боюсь пропустить конец маршрута. Конец маршрута за перекрестком. Он будет последний перекресток на нашем пути. Опять же, уже нельзя от заправки останавливаться. Заправка слева, справа аэропорт. Здесь нигде нельзя остановиться. Mm-hmm. Вот. Вот светофор. Вот что это? Перекресток это с аэропортом. Ну какой же это вот, я с одной стороны не понимаю, какой это может быть перекресток дорог. Mm-hmm. Регулируемый. Мы будем считать, что это перекресток. Mm-hmm. Да фиг поймешь, что это, я не знаю. Это также выезд из аэропорта.
Ну, я бы не сказал, что это перекресток. Это я нормально остановилась или она была раньше? Да, она была чуть раньше, но ты нормально остановилась. Не критично. Так, где-то сейчас будет конец. Да, последний наш светофор, перекресток, где мы уже конкретно знаем, что за ним нам нужно разворачиваться. Включаем левый поворотник. Вот тут сейчас. Да. Зеркало, смотри влево. Перестроилась, выключила поворотник, потому что стрелочки нам говорят ехать в прямом направлении. Теперь мы можем включить поворотник. Еще вот. Это у нас последний перекресток, он большой. Вот так. Так сказал бедняк. Смотри, там машина слева, она тебе.